селении Зильбачи Хадаевского района Дагестана прошла торжественная церемония присвоения школе имени выпускника этого учебного заведения кавалера Ордена Мужества, сотрудника СОБР Ястреб Каспий, Дагестанского управления Росгвардии, прапорщика полиции Далгата Маликова. Он погиб в результате исполнения служебного долга. Началось мероприятие с приветственного слова руководителя школы Мамацы Гасанова. В своей речи директор отметил, что ученики будут гордиться своим земляком и равняться на него. В свою очередь, замначальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Навруз Гусейнов выразил соболезнования маме и вдове погибшего бойца, а также подчеркнул, что его имя навечно останется в сердцах сослуживцев. Далее состоялось открытие мемориальной доски, установленной на фасаде здания, после чего собравшиеся возложили цветы и почтили память Далгата Маликова минутой молчания.